В Ленинском городском округе состоялся итоговый областной форум «Управдом». Главное преимущество этого мероприятия в том, что жители могут напрямую обратиться к представителям различных организаций, работающих в сфере ЖКХ. В форуме «Управдом», который состоялся во дворце спорта «Видное», приняли участие около 300 человек. Мероприятие уникальное. Во-первых, по охвату и кустовому, и для прилегающих территорий. Во-вторых, по представленным здесь предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и смежных отраслей. Здесь и Ирцинас, и представлена отрасль социальной газификации. И вот то, что здесь сегодня будут не просто большие начальники, а люди, знаете как, авторитетные практически, которые, что называется, своими руками попробовали практически каждую проблему, которая возникала в разных уголках Московской области, не только. В этом и есть, на самом деле, уникальный опыт, способность задать вопрос, получить конкретный ответ. До начала официальной части мероприятия представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и служб провели прием граждан и ответили на интересующие их вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь присутствует Мособл и ИРС, здесь присутствует газовое хозяйство, здесь наши все службы присутствуют, службы Ленинского городского округа. Жители могут задать любой вопрос, решить его, если даже они сегодня не получат ответ, но министерство возьмут на заметочку, обязательно им ответят, то есть с обратной связью. Елена Клюкина, представитель управляющей компании «Усадьба Суханова», рассказала, что формат мероприятия позволил решить многие вопросы жителей их микрорайона. Подходила к главе, пригласила главу на территорию нашего ЖК, поскольку наш ЖК молодой, нам 4 года. Мы расположены на границе с Подольским городским округом. Есть какие-то примеры положительные, есть отрицательные. В этом году для удобства жителей была организована прямая трансляция форума. Сфера ЖКХ, она очень живая, достаточно много проблематики и вопросов, и нам хотелось сегодня сделать нововведение, которое мы сделали. Это прямая трансляция через YouTube, через сайт про ЖКХ, поскольку очень важно заглянуть за горизонт событий, чтобы мы показали, что ждет сферу ЖКХ в Подмосковье впереди. Стоит отметить, что форум «Управдом» уже несколько лет проходит при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Я считаю, что мы единственный субъект, где народовластие через федеральный закон о советах многоквартирных домов, через жилищный кодекс, имеет реальную основу, реальную власть. Значит, это те люди, которые могут в любой момент обратиться на любой уровень нашей региональной власти, через нас обратиться к федеральным властям и, в общем-то, получить помощь и поддержку. Выступающие затронули разные стороны жилищно-коммунальной сферы. Губернаторская программа «Чистая вода» – одна из приоритетных в регионе. Мы сейчас начинаем планомерно реализовывать, прорабатывать программу именно по сетям, по водоснабжению, чтобы максимально увеличить подачу чистой уже воды, которую мы имеем на подъеме, непосредственно в дом. Одна из главных задач форума – разъяснение современных норм законодательства в сфере ЖКХ. Докладчики говорили о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, капитальном ремонте домов, а также работе управляющих компаний. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».